Добрый день всем хорошим людям. Хочу вам показать сегодня разбор вот такого вот аппарата. Сделано в СССР. Вот, аппарат называется аппарат телефонный ТАН-70. Цена не указана, дата не указана. Сделано в СССР. Вот в таком он виде. Мы будем потихоньку разбирать. Так, трубочку откусим. Проводочек аккуратно смотан. Мотаем проводочек. Сегодня на улице прекрасная погода. Я снова сижу в гараже. Снимаю вам очередное видео. Сейчас апрель, много дел по огороду, по хозяйству. Ну, огородом я пока еще не занимаюсь, просто надо убраться, траву сгребсти, сжечь ее. Вот. Я занимаюсь своим любимым делом, разборкой техники. Благо ее достаточное количество, чтобы разбирать, снимать. Ее очень много, всякой разной. Так, ну вот мы открутили, значит, винтики. Смотрим, что у нас внутри. Внутри у нас колокольчики. Я так предполагаю, из какого-то цветного металла. Латунь. Вот, значит. Давайте провода откусим. Как всегда, начнем с проводов. Здесь у нас пластик. Здесь у нас платочка бедная, дешевая. Ну, знаете, я не выбираю, что прям разбирать. Будет у меня в следующем видео каком-то разборка осциллографа. Модель сейчас не скажу, не помню. Ну, как бы заведомо знаю, что там присутствуют и КМ-ки, и рыжие микросхемки. Что у нас на контактах? Серебро. Вот. Не знаю, видите вы, нет. Вот. Маленький контактик, серебро. Это откусим. Положим в наш контейнер. Дальше мы видим трансформатор. Трансформатор. Бумажные, как-то там металлобумажные конденсаторы, вроде так они называются. Трансформаторы мы демонтируем, разберем на медь. Такая платка дешевая. Ничего в ней хорошего, в принципе, нет. Нас интересуют вот эти колокольчики. Больше. Хорошие колокольчики. Может быть, мы их применим куда-нибудь. Звенят звонко. Вот эту колотушечку мы тоже срежем. Может быть, сделаем какой-нибудь колокольчик для донки. Не знаю, если получится, но тут слишком большое. Так, надо как-то продумывать эту конструкцию. Ну, как есть. Вот это вот алюминиевая проволока. Два колокольчика латунь. И вот эту вот пластинку снять.
колотушкой, который моторчик, электромагнит, который приводит в действие колотушку. Так, ну тут мы имеем опять пластик. Тут вот все дело разбираем. Алюминий присутствует. Опять же латунная какая-то перемычка. Моторчик с каким-то магнитиком, ферритом, я не знаю, что это. Нет, это магнит, наверное, ферритовый магнит. Вот. Здесь демонтируем металлические изделия, резиновые. И демонтируем латунную какую-то перегородочку. Прикрепованную. Вот. Вот у нас в латуне такой моторчик по меди у нас как-то выглядит так. По металлу это алюминий, и магнит не надо, алюминий. По металлу вот это тоже, наверное, латунь, я так полагаю. Да, латунь. Пластмасса. Приступим к трубке. Как-то помнится, вот так там, по-моему, разбирались на наших телефонах отечественных. Динамик, микрофон точнее. Вот, динамик, опять же, латуновые вставочки есть, контакты. Динамик как-то какое-то название даже имеет. SV68, что-то там как будто по-английски что-то написано. Ну, неважно. Вот. Интересно, конечно, такое изделие раньше делали. Вот, ладно, в сторону. Вытаскиваем провод. Все, трубка пустая. Провод мы откусываем. Кусываем. Клемки снимаем. Ну, клемки я, конечно, не буду там очищать. Они хоть и латуневые, но это слишком возиться с ними. А вот эти вот сами клеммы, эти вот, мы, конечно же, снимем. Не так легко, как казалось бы, это сделать. Вот у меня собираю, опять же, до какого-то вменяемого количества. Сдавать по килограмму не вижу смысла в этом. Больше времени потратишь и на бензин куда-то ехать, везти. Так, ну, значит, что это к пластику, динамики как-то. О, смотрите, интерес какой. Вот это микрофон. Странно, как это работает. Давайте вскроем, поглядим. Оп. Какой-то магнитный, что ли. Да, это железо. Интересно, что же там внутри. Ух ты. Тут, оказывается, ребят, еще спряталась медь. Медь. Оп. Полетела медь.
я понимаю, магнитик. Бог с ним. Вот смотрите, что там внутри. Микрофон. Давайте. Ой, получается, это динамик. Динамик, наверное. Или микрофон. Наверное, вот это был динамик. Вот это, наверное, микрофон. Давайте вскроем его тоже. Я догадываюсь, что это тоже латунь. Что очень мягкая. Да, это, ребят, микрофон. Я перепутал. Динамик с микрофоном. То есть магнита нету. Так. Брать вот это вот лишнее. А то придерутся ведь на приемке. Увидят ведь. Они как чувствуют. Там где-нибудь оставишь болтик. А он прям берет и видит это все. Чтобы болтик остался. Так, а вот это, я подозреваю, это у нас... А, нет, тоже, смотрите, все, латунь. Латунь. Кто-то старался, делал это изделие. Пришло его время. Оставлять это мне абсолютно не нужно. Недавно я, ну даже не точнее недавно, пару лет назад уже был у меня домашний телефон. Я его благополучно отключил за ненадобностью абсолютной. Может, было сделано по нему в месяц. Опа, ребята. Это что-то такое у нас интересное. По цвету. Очень даже. Смотрите. Очень даже неплохой микрофон оказался. Необычная находочка. Какой-то порох тут. Высыпем его. Вот смотрите, что у нас есть. Ну, по цвету я бы вам сказал, что очень даже неплохой цвет. Так что вот, будем доставать. Что это, я не знаю. Проверим, конечно. Опа. Как-то странно. Зачем это в таком виде столько напырять? Ну, бог с ним. Потом расскажу все-таки, что это, узнаю. Потому что как-то подозрительная находка в таком месте. И такая, если это позолота в таком объеме. Потому что как бы на цвет латуни это не очень похоже. С позолота в таком объеме будем эти телефоны искать. Ну, давайте разберем еще вот эту вот штуковину. Систему набора номера. Наверное, как-то это так. Называется название изделия не видно, просто написано сделано в СССР, ГОСТ. Ну, давайте приступим к дальнейшему разбору. Разберем вот этого монстра. Тут у нас присутствует алюминий, у нас присутствует латунь. Так, вот это вот как-то бы нам демонтировать отсюда, чтобы эта обоймочка не мешалась.
винтик за винтиком, шпунтик за шпунтиком. Разбираем наш телефон. Это в латунь. Это в латунь. Так, это тут, это металл. Я такой мелкий алюминий не чищу, вам не советую. Это возня. Разберем вот эти вот контакты. Может, все-таки 0,7 серебра это неплохо. Причем, как я предполагаю, это какая-нибудь 900-я проба. Ну да, серебро, видите, все, окислившееся серебро. Серебро есть. Вот контакты. Контакты мы эти срезаем. Так, вот еще контактик. Ну да, 0,7, тут видно, что тут будет 0,7 серебра. Ребят, еще кто не знает, вот эти вот все вещи, вот на чем держится контакт, это латунь, просто она вот такого цвета, как она там называется, луженая, наверное. Это латунь. Его у нас, по крайней мере, на приемке берут без проблем. То есть, как бы, говорить, что это латунь, не магнитом потыкают. Латунь. Ну, все. Вот эти контакты сейчас докусаем. Потом как-нибудь их обработаем. Так. Ну что, вот эту вот латунь нам надо отсоединить. Ну ладно, это вне кадра я сделал. Тяжело возиться с этим. Да и вам это будет неинтересно смотреть, как я мучаюсь. Что я говорил? Вот эти винтики меня раздражают. Это крестовые. Они все используют. Ну, до сих пор. Это ладно, это еще совок. Изделие совкового типа. Но им еще простительно. Они хотя бы не жалели. В приборы вкладывают душу, так сказать, которую мы теперь все дружно ищем, эту душу. Ой, родная, как же это раздражает, вот это неоткручивание всего. Вот тут же ценный кусок латуни и алюминия. Теперь будет гораздо проще. Ой. Так, кто бы мог подумать, что вот в трубке наши любители засунули столько золота. Зачем? Бог его знает. Вот даже интересно стало. Надо поискать еще телефоны такие. Интересно стало тоже у других. Может быть, именно этот телефон такой
Где-то, ну, не телефон, микроскоп, микрофон, в принципе. Может быть, у кого-то такие микрофоны лежат. Вот почему, ребят, все нужно разбирать до конца. Казалось бы, там, где этого не должно быть, а это оказывается. Вот еще латунь. Так, вот этот вот флажок нам не дает. Ох, как хорошо летает пружинка. Скручиваем. Что-то затянулось у меня, если честно. Я думал, я этот телефон разберу минут за 5. Сейчас видео получится минут на 20. Ну, видите, как неожиданно подарочек свалился с небес. Интересно. Пластмасса, мусор и алюминий. Вот. Так. Значит, это у нас, наверное, деталь микроскопа. Ой, микрофона. Почему у меня все это микроскоп? Тоже не магнитная, тоже латунь. Это железо. Это тут мусора чуть-чуть, значит, медь, алюминий, дочистить алюминий, и получается плата. Собственно, я вам показал то, что у меня получилось. Не судите строго. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.